с таких моментов начинается рыбалки. Слышите, как птица поет? Здравствуйте, товарищи! Нахожусь на берегу Оби. Пройдено сегодня было немало. И начал я в поселке Восточном. Попытался через канал пробраться на остров. Не получилось. И самым главным препятствием, как ни странно, оказались четвероногие наши друзья, собаки. Вот. Были настолько злобны. Сегодня свора на меня нападала раза 4, наверное. Ну как нападала? Пытались меня покусать. Вот. С Восточного вернулся снова в город. И сейчас снова на берегу Оби. Но уже немножечко в другом месте. Вот. Ну, место замечательное. Смотрите сами. Обратное течение. Здесь затишок. Я уже проверил. Внизу дрова ступеньками уходит до первой береговой бровки. Берег. Вот. И здесь впадение протоки мелководной. Сейчас сами все увидите. Вода в ней почти стоячая. Вот здесь на выходе тоже присутствует коряжник, но такой вполне проходимый. Вот здесь в самом устье окунек очень активно двигался, ну это где-то сейчас назад, как только приехал. Вот, пожалел, что не взял легкий спиннинг. Можно было свое удовольствие половить, поотпускать. Да, вон он уже, вон видно, что снова кормится. Ну все, начинаем рыбалку.
Отпустим пацана, пусть подрастает. Ну вот это у нас так. Дождь, я такую резину здоровую капану. Ну все, парень, будешь расти. Назови папу, маму, бабушку, дедушку. Давай. Давай, давай. Вот еще тут соседи у него какие. Случилось страшное. Не были засняты две из двух поклевок. Одна из них была поклевка Налима.
Кстати, первый раз в жизни я поймал налима на спиннинг. Вот, подобрал он силикон релакс. Он был настолько мал, что я его выпустил. И потом вместо записи я остановил запись при поклевке судачка моего. Вот. Так что вываживание тоже было не заснято. Ну, оператор я еще тот. Это вообще одно из первых моих видео. Ну, будем учиться, стараться. Вот, покажу вам виды пока. Оби. Дымка — это привет от пожаров из Красноярского края, соседнего с нами региона. Вот, настолько сильные пожары там, что у нас даже солнца не видно, хотя ни туч, ни облаков нету. Вот так. Вот он, виновник сегодняшней рыбалки. Такой красавец. Так я прям старался показать вываживание. Слип-гриппом тут корячился. И все это благоразумно, благополучно. И все это благополучно не было заснято. Вот теперь вот все, чем могу похвастаться, это только то, что сидит судачок на кукане. Да. Ну вот, на том же месте я, день второй, на том же, да не на том. В общем, предыдущее место оказалось занятым, и я вышел на пески. Вот. Смотрите, какие шикарные, протяженные. Вот, сейчас попробую здесь, потом схожу на косу. Смотрю, там глубины. Вот, если результата не будет, долго не задержусь. Вот этот маленький лагерь я сверну. И будем перемещаться вперед. Там уже будем приспосабливаться. Все, начинаем. А первая приманка оторвана. Вот эта вот одинокая коряшка оказалась достаточно ветвистая под водой. Ладно.
Первая поклевка, но без результата. Впервые некрупная щучка. Ну вот, все, на что я сегодня сподобился. Ну все, товарищи, рыбалка завершена. Собираюсь. Очень долгий путь домой мне предстоит. Очень крутой подъем. На педалях я точно туда не вылезу. Придется пешочком гулять. Но это не страшно. Главное, что бывали мы на рыбалке. Все отлично. Очень рад, очень доволен. Счастливо.
Спокойно, девочка. Ну вот, ребята, уже вполне едовая щучка. Отлично. С третьей попытки все-таки я ее уговорил. Репейник. О, какой раскидистый. Это вот крапива. Ну, выше человеческого роста. Ай. А вон там дальше, то, что вы видите, это называется... Любишь кататься, люби саночки возить. Сейчас мы будем вот это вот транспортное средство заносить вон туда. Всего доброго, товарищи.